Сургутские школьники готовят сюрприз для бойцов СВО. Ко Дню защитника Отечества учащиеся образовательных учреждений напишут около 50 тысяч писем. Об акции подробнее расскажет Светлана Круковская. В каждом письме выводит слово «победа». В посланиях военнослужащим СВО сургутские школьники пишут о самом главном – слова поддержки и благодарности за защиту. Мы всей семьей благодарим тебя, что ты защищаешь нашу родину от фашизма и нацизма украинских войск. Вкладывая душу, пишет письмо солдату Михаил Янчук. Сочинить текст ему помогла младшая сестра. Слова поддержки – то, что в конце там пишется, пусть он вернется домой к своим родным и близким, живым и здоровым. И она дала идею с окопами, когда там говорится, как тебе, я понимаю, как тебе тяжело сидеть в сырых и грязных окопах. Я написал свое понимание, как ему трудно на фронте. Написал все свои чувства. Дети из сургутской школы «Перспектива» регулярно отправляют на фронт письма. В этот раз послания пишут к 23 февраля. Активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей Донбасса. Передают посылки в госпиталь. Поддерживают и своего классного руководителя. У Марины Халиулиной муж-офицер. Больше года он на передовой. И мы вместе ждем с фронта. Говорим, обсуждаем, мы вместе молимся, пишем письма. Когда он приходил в отпуск, он очень благодарил ребят и говорил, что самое дорогое, что они получают, это именно письма и посылки, с которыми они идут в бой. Это очень важно. Это, как правильно сказали дети, поднимает дух наших бойцов. Военнослужащие часто отвечают на письма. Эти переписки длятся уже больше 10 лет. В рамках акции «Сладкое письмо солдату», которая реализуется в Сургуте с 2011 года, отправлены тысячи посылок. До начала специальной военной операции их доставляли солдатам-срочникам. Теперь бойцам на передовую. Во-первых, это формирование личностного отношения к судьбе своей страны. Это формирование патриотизма. Без личного отношения невозможно вырастить патриота. Мы понимаем, что школьники могут оказать свой посильный вклад в поддержке воинов нашего региона, нашей страны. До конца месяца письма напишут юные патриоты из 37 школ Сургута. Всего в акции примут участие около 50 тысяч учащихся. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.